Сладкая вата во дворе дома 1 на улице Вилора Трифонова сегодня по особому случаю. Здесь открывается новый объект для самых маленьких жителей – детская площадка. Ее обустроили в рамках губернаторской программы. С долгожданным событием детей и взрослых поздравил глава округа Дмитрий Владимирович Волков. Как настроение? Хорошее? Ну, отлично. Дорогие родители, уважаемые ребята, я вот решил посетить ваше замечательное мероприятие. Вам здесь весело? Площадка нравится? Но это самое главное. Вот в преддверии Дня знаний вы все пойдете и в школу, и в детский сад. Будете радовать наших родителей и нас всех хорошими оценками. У нас замечательная программа при поддержке нашего губернатора Андреевича Воробьева. Мы вот делаем много таких детских площадок. Качели для самых маленьких и детей постарше, спортивный комплекс, балансир и другие элементы уже успели полюбиться новым хозяевам объекта. Наполнение выбирали совместно с жителями. Получилось ярко, красиво и современно. Акцент сделан на безопасность. От разбитых коленок защитит резиновое покрытие. А вандалам отпор дадут камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Детям теперь будет весело и интересно гулять во дворе. А родителям поводом меньше для беспокойства за свои. Мне понравились эти тигры. Еще мне понравилось, что там можно лепить, шарики, мороженое есть. Еще мне понравилось то, что там такие хорошие вот крутилки. Еще там качели такие есть мои любимые. Раньше здесь ничего не было. По-моему, просто было асфальтированное место, все время кормили голубей. Сейчас здесь нам сделали прекрасную детскую площадку, на которую мы будем с удовольствием ходить и гулять. Точно такой же комплекс площадью порядка 300 квадратных метров открыли во дворе дома 6 на бульваре Космонавтов. Открытие такого важного для малышей и их родителей объекта стало настоящим праздником в микрорайоне Изумрудные холмы. Всех участников торжества угостили не только сладкой ватой, но и главным летним лакомством – вкусным мороженым.